сегодня протестировали коленный модуль Orion 3. Данный коленный модуль зарекомендовал себя достаточно эффективно. Orion 3 от компании Bletcher – это микропроцессорный коленный модуль. Он позволяет пациенту передвигаться с различной скоростью. Система имеет электронный гироскоп, и она понимает, с какой скоростью пациент идет, и мгновенно настраивает систему. Также здесь есть такие системы, как электронный замок, то есть когда пациент останавливается на месте, система мгновенно включает автоматический замок, который удерживает данного пациента, и пациент в этот момент может расслабиться. После того, как он начнет ходьбу или продолжит движение, замок мгновенно отключится и восстановит именно вот этот данный коленный модуль в рабочее состояние. Покатались на велосипеде. Понравилась легкость самого управления протеза за счет того, что он достаточно легко, сам процесс раскрытия, получается, коленного сустава, потому что достаточно быстро он реагирует и открывается. Алексей, протезист, продемонстрировал, как вообще происходит настройка данного коленного модуля через смартфон. Когда включается режим велосипед, нога более легкая. Вот, она также более легко выкидывается. Ну и за счет этого с легкостью прокручиваются педали и едете на велосипеде. Коленный модуль Orion имеет зарядное устройство. Данного заряда хватает на 3-4 дня пациента. Но если пациент хочет сохранить заряд и увеличить его срок службы, то он просто может выключить тумблер. Допустим, пациент работает менеджером, он сидит за столом, и он просто выключает этот тумблер, и заряд сохраняется на больший срок. Спуски идут достаточно интересно на данном устройстве, так же, как и подъемы. Сам процесс спуска идет за счет того, что коленный модуль под нагрузкой, он фиксирует тебя на склоне, тем самым страхует тебя от падения, и ты более уверенно идешь, что такое ощущение, как будто вот у тебя заново обратно появилась нога, мышцы как будто работают. Тебе не приходится ловить себя постоянно на этом спуске, ты, получается, за счет правой и левой ноги идешь. По лесенке интересно спуск, получается, держит за счет того, что механизмы встроены, которые внутри в самом коленном суставе, они не позволяют тебе сразу ослаблять ногу. Погружение в воду запрещено, но если пациент попадает под дождь или, допустим, моет машину и узел намокает от воды, с узлом тоже ничего не происходит, потому что он влагозащищен. Данный узел, он многосезонный. Его можно использовать как зимой, так и летом. Также можно использовать этот узел в дождь. Когда пациент ходит под дождем, ну вот, это разрешено, это допустимо.